по просьбе будущего владельца этого автомобиля прибыл в автосалон. Вот, пожалуйста, как автомобиль называется. Для того, чтобы выяснить гипотетическую возможность установки перегородки в этот автомобиль. В принципе, перегородка встанет, место есть, будут некоторые сложности, но все это решаемо. Для того, чтобы было комфортно, надо будет, как один вариант, выкинуть сиденье третьего ряда совсем и эти сиденья штатные переместить как можно дальше назад. Здесь борта мешают. И из-за того, что расстояние между сиденьями будет мало, скорее всего, одно сиденье лишится подлокотника. Но одно можно ставить полноценно. Ну, все это элементы функционального комфорта. Это манки, там, электромассажи, вентиляция, все это останется.